Привет, привет всем. Это очередной наш выезд. Ну, год полегче стало, уже везде людей пускают, практически все, большинство людей ходит без масок, а это не может не радовать. Сегодня мы в Азовском парке, в парке отдыха. Люди гуляют. Погода у нас сегодня прям замечательная. Где-то в теньке плюс 27 градусов. И мы решили выехать на свободное время. И да, но оно у нас и так свободное. Вот то, что я сейчас делаю, это называется видеоблог. И сейчас, на данный момент, я зарабатываю в интернете. Когда я сплю, я зарабатываю в интернете. Когда я кушаю, я зарабатываю в интернете. Я всегда зарабатываю в интернете, потому что это видео, возможно, будет смотреть кто-то из людей и думать, как же сменить свою работу. Работу я свою сменил еще в 2013 году. Я выбрал именно интернет-заработок, и в этом интернет-заработке я зарабатываю деньги уже с 2013 года. Сначала было обучение, выбор ниши, и я эту нишу выбрал. Я выбрал видеоблогинг, запись видео и рассказ людей о том, как просто и легко зарабатывать в интернете. Вот этот смартфон, на который я сейчас снимаю, вот этот стабилизатор, который у меня в руках, все это куплено на деньги из интернета, даже шапочка, маечка и все остальное. И вот то, что у меня там сын сейчас на батутах прыгает, это тоже деньги из интернета. Поэтому следите, смотрите дальше. Сегодня будем показывать, как мы выбрались на свободу от своих компьютеров, но смартфон всегда у нас в руках. И при помощи этого смартфона мы тоже зарабатываем деньги. Всем привет!
удочка у нас есть, у дедушки удочка есть, надо собираться на речку. Видишь, как у тебя хорошо получается. Мама куда пошла? Мама пошла руки мыть. Пришло время обеда. Остановились вот в таком вот кафе в Азове. Ну, такое приятненькое место. Заказали себе шашлык. Немножко выпить, немножко душу свою повеселить. Вот сын сидит здесь, сок пьет, занимается своими делами. У него свое меню детское. Может и не детское, но тем не менее здесь для детей в данном кафе ничего нет. Ну, а мы дальше продолжаем зарабатывать в интернете, работать в интернете. Ну, в принципе, такая работа у нас и состоит. Записывать видео и рассказывать людям, как зарабатывать в интернете. Ну, и чуть-чуть, как сказать, транслировать свою жизнь. Может, кому-то это неприятно, может, кто-то это чуть-чуть недопонимает, и они только видят эту картинку. Но, тем не менее, всю зиму мы отработали достаточно активно. Активно мы поработали, теперь мы можем себе позволить иногда по выходным, сегодня субботний день, выйти, отдохнуть, посидеть, погулять. Ну, вот так вот, ребята, смотрите дальше.